Она издевается надо мной ужасно. Она знает, что я опер, она мне дает номера блатные, воры, пятый регион. Мусорасы, сити ху, я в рот ебал закон. Надел кепку, надпись Раша задом наперед. Семерка на штамповку, ты съебашит блю. Без сабвуфер, стробоскопы, разрывает звук. Ты в колонке, ты в карманы, бегу за собой. Тонировка, бункер ноли, мой ответ простой. Мы на блоке с пацанами, будем суету. Черный штамп, сирена, у шараги пролечу. Я не верю, что ко мне приезжает Лиза. Мы с ней не виделись с июня. Это прошло 3 месяца где-то. Я вообще до сих пор не верю, что она все-таки приедет ко мне. Будет жить у меня. И вас ждет целый влог. Целая неделя с Лизой. Это же что, каждый раз чапать надо? Йокси, мокси, гадокси. Я не шапаю. Так 5 утра. Очень холодно. 6 утра. 5 утра всегда адекватно. Я проснулась, я, блядь, вообще стою. Ясно. Мы с девчонками пошли в ресторан. Две панкуши просто. Посмотрите, Лера. Лера и Лена. Лера и Лена, блядь. Короче, мы пошли гулять. Лере, ой, блядь, Лизе город показывать. Короче, мы Лизу привели в такой маленький ресторанчик. Мы с Лерой. Привели. Лиза выбирала место, куда мы пойдем. Ну, короче. Ну, они меня довели, они молодцы. Ну, довели. Вот, мы, короче, вот уже покушали, мы просто все объелись. Да, очень хотелось увидеть. Вот. Мы тут очень красиво, мы наделали миллиард фотографий. Я очень рада. Очень искренне. Я очень рада. Я очень рада, правда, честно, спасибо большое за... Приготовили покушать. Я люблю такую еду. Классная, вкусная, классная, вкусная, классная, вкусная. Бебра, я тебя люблю. Бебра, я тебя хочу. Нюхаю бебру каждый день. Еще раз скажи. Нет. Нет, я не в Екатеринбурге. Я в Харькове. Что? Что? Адас-дас! Адас-дас! Беру! О, нет. Да. Лиза начинает играть в Мишку Фредди. Мне очень страшно. Тебе не страшно? Блять, вот сейчас ебать страшно, наверное. Так много всего происходит. Подожди, а я не могу понять. Мне просто от этого вида страшно. А до скольки, но до какого времени будет это продолжаться все? До 6 утра. Кручу! Блять, кручу! Я к ней орём, не орём, а то нас сейчас выселят на автобусе. Своими ушками. Она издевается надо мной ужасно. Мы снимаем не видео, оно, наверное, уже вышло на канале. Обзор вещей. Это такой угар. День 2. Проснулись. Улыбнулись. Кокома. Кокома. Раз, два. Все, это дурка полная. Время 10, хотели встать в 8:30. Но чтоб... я не встала в 8 время по московскому времени. Чтобы пойти в зал. По московскому времени сейчас 8 утра. Ну да, верно. Ребята, это случилось. Мы идем в зал с Лизой. Первый раз. Сейчас не все на кроссовке. Да, Лизе... Блядь! Потом выложишь, да, влог? Да. Класс. Такие погоды хорошие. Такие девчонки красивые. Ваш курьер Яндекс.Лавка. Сейчас бы кроссовки-то улетят нахуй. 100 килограмм. О, работаем, работаем. Я всем отключу. Thank you.
короче, занимались. Да. Вообще офигенно позанимались. Да, сейчас пресс болит, если честно. Пресс наверх сделали, на плечи, на спину, на грудь. Вообще круто. Моя. Через полчаса будет моя первая жизнесходка. Я очень сильно волнуюсь, вы просто не представляете. Меня Лиза успокаивает как может. У меня все, у меня мандражик начинается. Я решила, короче, надеть кепку Бебера. С чехлом буду, все дела. Уже начали отмечать в истории, кто идет. Отгадайте, кто у меня идет. Это 5-летние дети, а у Лизы 30-летние. Приятная компания будет чувствовать. Блять. Только не говорите, что все эти люди, блядь. Привет! Да. Никто не пришел на фан-встречу! Блять, вы че все ко мне? Ебать, родная, привет! Спасибо большое! Девочки! Ой, я Бебраска, блядь, написала. Так, пей. Давай не надо на кладбище, пожалуйста. Поверни ко мне. Бебра. А! Я вообще в другом городе. Куда? Сюда. Да, мы сейчас людей растолкаем, пизды получим. Ты можешь расписаться, пожалуйста. Это будет моя стена. Повернись. Реально? Да, я буду молиться. Сейчас. Смотри, я тоже расписалась, махунься. А ты не подошла? Я такую хотела. Можно? Да. У меня пропал голос почти что. Я просто в ахуе вообще. Так нахурни. Нахурни. Ой, у меня реально вот голос пропал, все. Нормально? У меня уже мимика устала. Привет. Мы с тобой не поздоровались. А, да ты чё, блин? Приветик. В моей жопе и платы, в моих сиськах и платы. Они мне платят и платят, платят и платят. Да я скинула сиськи на свою джуси-фронталку. Да я джуси-цыганка, да я джуси-цыганка. Сразу после сходки, как я пришла домой, я хотела записать видео с распаковкой на YouTube, но я этого не сделала, потому что была слишком уставшая. Но я хочу сказать всем спасибо, кто подарил подарки, кто был на сходке, я вас люблю. Мы с Лизончиком сходили в магазин, купили, короче, вещи к съемке. У нас буквально осталось 2 часа. Я купила себе платье, кофту, а Лизончик себе тоже юбку и кофту. Я так рада, что я очень хотела то платье, о котором я думала. И оно было там, и моего размера, и я вообще очень сильно довольна. Ребята, мы пришли на студию. Лизка. Да. В новом образе, кстати, что она купила. Да, юбка сегодня... А мы с Лерой такие просто. Я вот эту кофту купила и платье еще на мне вот тут. Вот это платье спрятала. Мы с Лерой работаем. Реально. Всем снова привет, мы с Лизончиком уже отфоткались, у нас сегодня такой супер насыщенный день, мы только что просто со съемок, и мы решили спонтанно поехать на Щитов на концерт. Я пришли, и тут просто очередь, пиздорик. Yeah.
есть хотим. Голодный ужас. Я ела, наверное, сегодня раза два. И это было типа три наггетса и яичница. Вот. Мы купили покушать опять в Жизмарте. Я, наверное, в каждом видео буду говорить, что это самая лучшая сеть еды. Плюс. Вот. И сейчас мы поедем домой, покушаем и спад. Нах. А завтра в ревду. Взяли симпл кофе латте. Я сейчас лезу, повезу в ревду. Будет смотреть. Там мы сходим в зал, поедим домашних пельменей у моей мамы. Щеку прикусила. Будем гулять по городу. Смотрите, лес, который у нас ебошит, ебошит. Мы с Лизончиком так хорошо позанимались, мы просто вау. Типа, смотрите на наши лица. А ты в курсе, да, что тебе придется это все переворачивать? Да, ну все равно. Ну, пол. Сейчас пойдем ко мне кушать, гулять и обратно в ИКБ. Всем доброе утро. Сейчас я поеду в колледж, я еле как встала, просто нереально. Спали как убитые с Лизончиком. Сегодня поедем на крышу, там делаем фоточки, поснимаем, обязательно буду все снимать. Вот. Вчера в ревде немножко погуляли с Лизончиком, особо ничего не снимала, потому что там ничего показывали. Село вот это вот городского типа. Я вонять сейчас буду. 30 минут. Давай на такси. Давай оба вызовем. Ребят, давайте на такси поедем. Я не поеду на автобусе. Мы сейчас вызовем такси и поедем. Трамвай. Никакого трамвая. Мы приехали на крышу. Смотрите. Ёпта. Лиза, как тебе? Пись-пись, хочется. Артур Пирожков. Артур Пирожков. Короче, наделали мы с девчонками очень классных фотографий, посидели, потусили, было на самом деле очень холодно на этой крыше, но мы грелись как могли. Как ты вычислила мои слабости, распознавали сигналы SOS, я ты вынесла этой сладости. Это что было с нами? Это блеск или что там, блеск? Держи меня крепче! Если что, я требую абсолютно. Уточнила. Как тяжело вставать. Как тяжело вставать утром. Да, а я вообще не понимаю, почему мы вчера ничего не делали. Мы ничего не делали, но все равно. А что мы делать будем сегодня? Не знаю. У меня пары до ночи. Не знаю. Мы еще и в зал с утра не смогли завтра встать. Мы можем завтра в зал сходить. Да? Можно, можно. Давай завтра. А завтра у меня 4 пары, блядь. Ну, самый первый? Со второй. Да. В тот день мы ничего не снимали. День 7. Всем доброе утро. Лиза ревет. Потому что она не хочет уезжать. Мой Лизулек. И грустно очень. Мне тоже грустно, на самом деле. Что она уже сегодня уедет. Я приехала к этим вот, к двум. У Данила сегодня день рождения. Пригласил нас в такой ресторан на Высоцком. Тут очень красиво. Я вообще тут никогда не была.
прикол вообще. Я просто обосранная с пар еду, блядь, переоделась, вот, буквально, и все. Я тоже, ну, вот это самые панки какие-то. Да. Мне кажется, Цезарь — это настолько заезженная тема, что я его вообще перестала есть в один момент, около, вот, ну, года, наверное. И вот сейчас я просто решила его заказать. Ты что заказал? Я уже не помню. Салат с курицей, утки. С утиной грудкой. Салат с утиной грудкой, короче. Вот. У нас уже Данилу два блюда принесли, мне одно. Лиза просто уже ни одного не ела. Уже у Данилы говорит, дай попробуй суп. Соленый, не соленый. Все, я буду забирать, да? Соленый, не соленый. Третью ложку. Не распробовала. Тем временем прошло еще полчаса. Лизе так ничего не принесли. Я сижу, ем фетучини. С лососем. А Данил вчера приятного. Кто будет мадагаскарского? Я думала, это как-то будет вот так, типа. Господи, помилуй. Есть Данил. Извините. Ребят, живая музыка. Можно. Ты часто в карты играешь? Так, ладно, все, заканчиваю. Очень непривычно, чего-то не хватает реально, вот очень сильно. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в целом вообще, как вам влог, потому что я очень сильно старалась над ним. Он получился достаточно вайбовым, по моему мнению, хоть я много что и не снимала. Также вы можете перейти на канал Лизы, оставлю ссылку в описании, там тоже будет влог. Тоже можете посмотреть, если вам не хватает этого.